А я просто думала, авторские права я не знаю, ведь на музыку. Это быстрее намного будет. Это видео не требует комментариев. Да. Его можешь не комментировать. Вот. Почти. Просто тут слишком низко, я сюда не подберусь. Может, кувалды какой? Да не, не, не. Давай кувалды, чтобы не. Не, я уже наклонила тут. Это мы просто сюда вещи пока сложили, ну там иконы, и, ну что-то такое там, короче, все понятно. А это Эмиль называет лишним хламом, вот это вот. То, что здесь запылилось. Это Эмиль называет лишним хламом. А вот мы же, нам это... Нам это ахрен не надо. Да, он сказал, это ахрен не надо. Он говорит, это, мам, лишний хлам, я, ну, может, когда-нибудь будем сок пить. Кого, чё? Сок пить. А. Может быть, когда-нибудь разбогатеем и купим сок. Да, или мороженое. Мороженое, да, ты прав, а вдруг? Дровишки. Железа нету, нету. А это стекло, он говорит, мам, стекло хорошее. Я говорю, ну что, там у тебя есть это, как ее, под кроватью, ящик, коробка, в него можно складывать все, что угодно. Я говорю, куда положим, место не прилежит. Что, жалко все-таки стекло, может, что мало. Вот и все, без лишних морока откручиваю. А вот насчет собрать, я не знаю, получится ли. Соберу, я уже понял, как он в мыслях уже, я понял, как. Да в мыслях ты в мыслях. В мыслях. От мысли нас... до действия недалеко. От мысли до действия недалеко ты считаешь? Да. Так, ну что, сверху еще. И держит. Ой-ой-ой-ой-ой. Умею крушить. Как это не выглядит? Обычно. Тоже дрова, печку расставлю и прочее. О, пошло говно по трубам. Только без это, как без эмоциональных своих, как обычно. Ай, ты, я думаю, что... Мне, кстати, вот эту вот кучу перетаскивать. Да. Я... Не, большие стенки не такая, не тяжелые. Большие не таскать? Стенки вот эти не тяжелые тебе. Да почему я подниму? Нормально. Тихо отнесла. Я поснимаю, потом буду перетаскивать. Это все на дрова, да? Да. Это все на дрова. Ты права, как никогда. Я права, как всегда, так проще сказать. Не, как никогда. А, как никогда. Все. Никогда не говори никогда. Ой. Я побоялась, что по голове упадешь. Пизанская башня. Пизанская, ну, я правильно выразился. Какая пизанская? Ну, это у тебя в мыслях пизанская. Нет, у меня мысли. Не ври. Я в мыслях пизанская. Нет, у меня нет. Это на металл, что ли, штучки, да? Да. Отмоть подарочков там нема? Нет. Нет?
это хорошо. Честная давалка. Паук, Эмиль, паук, паук. Где? Паук здоровый, здоровый паук. Сынок, боишься уж? Эмиль, а железочки ты это потом отобьешь, когда уже дрова будешь колоть? Ты их только не выкидывай, ладно? Тут и нету. А вот они. Вот это что ли? Да. А, отобью потом. Так, ну крушение окончено. Так, ну все, я здесь сейчас буду выметать. Я уже камеру выключаю. Выметать и перетаскивать вот это вот дроволом. Добро. Добро. Так, всем добра. Это там написано «Я тебя люблю» вроде. Я не помню. Им они... Они хаймена. Оевет отха. Это... Твой иврит прекрасен. Мой иврит вообще совершенно. Да. Лучше некуда. Ай, как и мои навыки с уборки мебели тоже совершенны. Подожди, ну вот, имони оевет отха, это что это такое? Отха, вот она. Я тебя люблю, вроде. Да? Да. А. Вот ха! На А! И мани его и этот ха. О. Я люблю мани. Мани. А нет ни хрена в кармане, да? Да. Безответная любовь. Да. У меня все были безответные. Я привыкла. Тихонечко. Доски я все вынесла, короче. Вот это еще выносить, да, Эмиль? Да. Откуда она взялась? Ее не было. Ах, я не знаю. А, она поддерживала. Все, вспомнила. Да, 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 да. А я думаю, я вроде все вынесла. То есть это промежуточная полка. То есть сюда может чуть-чуть. У тебя ноги грязные. Сейчас скажешь, наплевать. А у тебя и майка, вот видишь, пачкается вот, ну, пыль. По барабану. Потому что, ну, пыль. А я уж тут, заметала. Уже два раза заметала, но тут еще 22 пьет замести. Посуду уже кое-какую перемыла. Жирная-жирная, когда моешь без средства. Так, ты как обычно фонарик не включил? А я без фонарика. Ты вампир, да? Я вампир, да. Какой, чесночный? Нет. Ой, украинский? Сексуальный. Я с тобой. Только отдыхай. Ты опять начинаешь, Эмиль? Мы вчера об этом теме с тобой разговаривали. Я прикалываюсь. Неужели? А то сейчас ты будешь отдыхать. Видишь, как идеально собран. Ничего не трясется. Все идеально, перфекто. Да, молодец. Первый раз вообще в жизни мебель собираю. Я обычно притаскиваю готовую. Кого? Мебель. Откуда? С помойки. О чем? Я не буду ничего говорить. Да, некоторую мебель отдал. А что ты снимаешь? Ты смотри в камеру, когда снимаешь. Все, все, ну извини, я одирал. Ты что орешь-то? Заклей как раз. Я слишком. Эмиль, ты только это... Не расходись давай. Шутить надо не надо. Почему? Я сейчас злой. Понятно. Со мной лучше сейчас не шутить. И что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Ну и полки все разберу, закручу сюда. Ну только вот эти полки разберешь, да? Не, я и сюда, бля. Че? Через плечо тебя слышу. О. Ладно, такой. Интересно, хорошая у меня память? Ну-ка. Забыл. Как спасибо на английском? На английском? Thank you. Тодораба на иврите. Thank you. А, на английском thank you? Да.
А, ну я не изучаю английский, я не понимаю. Я так выверх изучаю, когда язык проходил чисто на английском, который. Правда, пришлось Google переводчика надо юзать, но я иногда запоминал слова. Закручивайся! Да! Такие звуки из черный экран поставить. То можно что-то не то подумать. Имани Айвет Отха. Точно не знаю, правильно я? Или нет? Дашеньки на стенке записал. Имани Айвет Отха, да. Блин, запомнил. А чё, приходится, тут пространства мало. У кого их тут? Доставляйся. Доставляйся. А это точно я тебя люблю означает? Да. Перевод. Да. А то ты неизвестно, что мог записать. Да, точно. Ты с передышками, Эмиль. Не, реально, есть черный экран, поставь, может, ты не туда. Ну, этот поприятнее? Или нет, я не знаю. Что? Поприятнее этот или нет? Но он вот здесь вот ободранный. Да ну и хрен. Восстанавливается в 5 минут. Покупается как? Лента такая же и восстанавливается. А ей насрать все. Не, вот сейчас я не подкидывал, я просто обновить задел. Больно теперь. Так, а дверки остались. Теперь дверки искать, подбирать. Стоп, а ты бы снял, эти штаны тяжко. А что их искать-то? Вот они. Стопэ. А тут они разными со стеком должны. А разве там есть со стеклом? Там нет со стеклом. Не было нас со стеклом? Нет, ты чё? Они без стекла? По-моему, без стекла. Это же шкаф. Шо, некрасиво так. А ты чё думал? Я убрала эти рюмки нафиг в этот, как его, вниз, вон туда вот. Они нафиг не нужны. Хоть они и пыльные, если когда надо будет там, если будет когда-нибудь бабло. Но мороженое. А я думаю, со стеклом. Это... то мы их достанем, обмоем, да и все, и положим туда сок и мороженое, фрукт, когда, если доживем. Да, до пятого, я прям нормально дышу. А это что они тут будут, это, лишние, действительно, хлам. Красоты-то в них никакой нету, великой. Так потом тогда сама тут скотч берешь, мне сейчас лень просто. Ты уже их чисткой занимаешь. Кого? Я не пью. Шкафов вот это всё. Зачем тогда еще снимать? Ну, не знаю, ты еще себя снимаешь. Я говорю это. Дверки, моя самая любимая. Мало ли там не записалась там. Я ненавижу дверь. Не люблю. А какой тут болт? Минусовой, я их ненавижу, тяжело включить. И вот тут начался... Чё? Чё? Давай я буду держать. Чё, усирать? Давай я буду держать. Давай, выключи камеру, буду держать. Сынок, ты согласен? Давай. Все. Что ты говоришь? Да ничего. Да, в общем, друзья, я это наворотил делов. Зато Эмиль говорит, увлажнил комнату. Да. Случайно раскаленной печи пролила воды. Хотела налить в ведро и случайно, короче, на раскаленную печь.
окна-то запотели, а в доме такой прям как... Дым. Как чат или дым, не пойму, что это такое. Ну, это как вулканическое. Как вулканическое, что-то такое это. Пониже. Пониже, да? Угу. Теперь видно? Угу. Хватит уже вот так, но это колуна. Нормально, снимай. Дышать ничем не могу. Фу. Фу. Ворочу дело тут в этом. И так, и еще это. Теперь пыль. Она и так везде бесконечна. Ее триллионы, глянь, летают пылинки. Ужас. О, на камеру-то как видно. Как вулкан, я говорю. Проветрить. Давай дверь откроем. Проветрить? А что, от этого толку будет разве? Не, не надо, не надо. Ну что это топил, мучился? Свежий воздух. Чуть-чуть проветрить. Наворочила. Натопится еще угля. Но ты шкаф снимать будешь? Сейчас. Какой я умный. И так везде постоянно это, не переставай, пыль. Вчера только потирала уже пыль. О, уже свежее. Да? Да. Здесь нужно бесконечно просто спать, даже не ложиться, просто протирать и все бесконечно. А я так не могу. А ты запер на эту, как ее, на закрывалку-то? Все. Вот это пыль. Может, поток какой-то, то на дышимся ей. Ты говоришь, она как вулканическая, вредная. Ох, все забыл. Давай не притворяйся. Когда она пройдет, Эмиль? В течение 15 минут. Да? Да. Ладно, в общем, я тогда выключаю. Ну что, все, норм собрал, как тебе? Да, норм собрал, все прекрасно. Просто не хочу, чтобы на камеру эта пыль быстрее, чтобы она осела наконец-то. Ну? Да Эмиль, короче, ходил за картошкой. Он спрашивает, картошка как? Картошка хорошая. Ты помой, вылезь тут ведро. Потом. Там шкурки. О, картошка нормальная, вот такая. Жарит потихонечку. Опа, у меня толстый не разъест, у меня ее нет. Так жарко просто это. Я подальше от печки. Очень жарко, да. Поэтому ты говоришь, что кожу высушивает, да? Угу. А мне... Я уже привыкла. Ну, телефон греется сильно. Ну, как его это... Перемыл, короче, как его казан помыла, как его кастрюльку помыла. Все отмыла. Жирное, прижирное. На этом, как его... Остатки макарона. Остатки макарона. Ну, я доем еще потом. Это, как его... Это... Ну, короче, вот, сделал. Чуть. Да, все убрала. Ну, пока тут складывать нечего. Ну так чисто все равно, хоть поприличнее, может. Тот он сильный все-таки уже какой-то развальный был. Неправильно. Он и этот, но все равно. Нет, тут из-за пола. Тут надо закрывать. Из-за пола. Из-за пола. Тут тоже кривовато. Это из-за пола. Ну как, посвободнее стало? Да. У тебя куртка как у Фидель Кастро. Че? Нечего проехать.
все. Вот, вот картошечка такая обычная. Прошу. На, снимешь картошку. Мам, бери рыбу. Вот такая вот. Но она вкусненькая. Такая. Бери, бери, а не снимай тебя, не переживай. На, отнеси бабе, сынок. Пусть она возьмет себе половину. На, возьми себе половину. А мы все эту рыбу едим. А что теперь, выкидывать, что ли, жалко? Ой, чуть тут не капнул. Ой, это у меня плавает рыбка. А я не перестаю тут. То потереть, то вымыть, то одно, то другое. Устал, сынок, да? Устал? Сейчас покушаю. Чё? Ванька много покушал? А чё вы ели, мам? С борщи и макарон. Борщи и макарон? А, спагетти ещё. Это у вас ещё со вчерашнего щи, что ли, не докушали? Так, ну, в общем, вот такая вот. У меня сейчас просто руки заняты. Вот такая рыбка. Ну, все, всем благ. Мир добра. Не знаю, как выгляжу. Устала уже около печки, если честно. Там утомляешься, там жарко. Так, ну, все. Дадут тебе, дадут столько, что ты не донесешь. И еще поддадут, Ашенька. Я ничего не знаю, никаких. Вон в Сочи люди вышли это. Просят вернуть им жилье. По 15 тысяч в месяц тебе дадут. Дадут так, что, Ашеньки, нести будешь очень долго. В общем, вот такая вот красота получилась. Всем добра.